Столица Таиланда – город ангелов. Сами тайцы не называют этот город Бангкоком. У них есть свое название, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное. Город впечатляет своими размерами, контрастами и постоянными пробками. Контрасты особо видны, если прокатиться на лодке по каналам. Сразу бросаются в глаза дома на сваях, в которых даже шкафов нет. Вся одежда висит на улице. Поражает количество и размеры сомов, обитающих здесь. Может быть, они раскормлены туристами. Самая известная достопримечательность столицы Таиланда – Королевский дворец. Это комплекс из храма изумрудного Будды, королевских покоев и правительственных учреждений. А вот и сам сборщик почестей. Символ Таиланда – изумрудный Будда. Эта статуя выполнена из жадеита и украшена золотом. Кстати, изумрудного Будду переодевают 3 раза в год со сменой сезона. Бангкок славится буддийскими храмами. Вот еще один – храм лежачего Будды. Здесь можно проверить свою карму и загадать нематериальное желание. Меняем 20 бат на горсть мелочи и кидаем по монете в каждую урну. Если монет хватает, значит карма хорошая, и желание наверняка сбудется, особенно если вы его загадали не для себя.